О! А что тут у нас? Такс-такс-такс! Хуёвый крик. ГГ. Крик был хуёвый. Ну, очень хуёвый крик. Ха! Лёва, блядь, доволен, пиздец, ферзбатом. Слышали его звук, то, что он издал? Просто такой кекич. Поехали, парни! Поехали, спектра в пике, игры не будет. Найс комментарии. Найс, найс, найс. Спектра в пике. Хорошо, 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 хорошо. Go, my sweet sisters, go! Radiant's middle tower is under attack. Да. Ну, походу, вы все поняли. Эту игру я комментировать нормально не смогу. Чем дальше в лейте, будет больше лагов, я так понимаю. Логично? Хуично. На мешку опять выехали? Третий раз. Опять хуёвый крик? Ну ты крики даешь хуёвый. Нахуй ты вообще его качаешь, этот скилл? Ты не можешь крик дать нормальный. У Эмбера все плохо, меня это смущает. Опа, все еще хуже стало внезапно. Нет, выжил. Я пока не знал, что у него иллюзия есть. Нет, не смотрел, не было похуй. Дриада сдохла. Дриада тоже, походу, вне игры будет 0-2-0. У Эмбера 0-3-0. Эмбер снова фидит или что? Что, нафидил? Нет. Аркан-руна, это вообще кайф. Это мечта. Мечта на банче. Взять Аркан-руну. Сэмку забрали, пока порталились. Урса, Эгис пробует. Да, ну, сука! 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 Ну, вас... Ну, блядь, на ровном месте Эгис подарил. Экшен бы импейл! Экшен бы импейл! Экшен бы импейл! Экшен бы импейл! Бэт, ты что рофлишь? Как говорится, посмотри на его ебало. Поехали, давай! Посмотрели стрим, парни! Наслаждайтесь! Наслаждайтесь! Лаги славы! GG! I die to serve! Кайф! Ульта спектры! Кайф стрим! Кайф! Кайф! Боль и наслаждение! Регулярно пропукиваю ревеночка, пою Финкина. Может, из-за моего молока. У меня тоже регулярный... Я пропустил за тебя фраги все! Что за хуйня? Я все фраги за тебя пропустил. Все фраги, просто все. Все, 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 все. Просто все фраги пропустил. Найс! Отлагай, Габен! Спектре пизда. Пиздек. Да, нет, да, да. Ну что тут скажешь? Ну просто... Ну что могу сказать? Урсия, Эгис просто идеально его разменял. Просто идеально разменял Эгис. Ну это GG, походу. КЗ. Не прям супер GG, но GG. Пизду этот китайский мажор. Я финал, наверное, комментировать не буду. Как бы... Да в пизду такое комментировать. Я уже сейчас не знаю, у меня сейчас уже горит. И скорее всего финал, вот я уже уверен, комментировать не буду. Не знаю, на 90% я уверен, что я откажусь, даже если кто-то будет предлагать. Потому что это пиздец какой-то. Ну как это можно комментировать нормально? Просто, сука, ебаные лаги каждый раз, когда спектра ульту нажимает. И я тут ни при чем, я точно знаю. Точно знаю. Просто вот... Рандом какой-то. Именно ультаспектры и сразу лаги. Чё сделаем, вообще непонятно. Ну, 1-0, кстати. Пойду сейчас снова кэш. Попробую прочистить, не знаю, что сделать. Ну, вчера я пробовал с кэшем что-то мутить. Не помогло. Толку было 0. Но это после игры. Пока я пойду кэш. Проверять. Прочистить кэш. Давай, давай, айсдаун, давай, блядь. Призраки айсдауна. Да ладно! Да ладно, лаг! Да ладно! Да ладно! Да ладно, неожиданность! Не ожидали! Вау! Next ульта будет ГГ.
Открою вам секрет, потому что Next Ult это все. Это. О! Ура, Сайлас! Убейте ее! Убей Спектру! Спектру фокус, сука! Бля, нет, все. Сейчас ульт нажмет. Не, не нажмет. Эмбер умер. Кик. Венга умерла. Ура, ульты не будет! Ура! 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 Коммент землю за то, что Сайлас успел дать! В спектре! Коммент землю! Джи-джи! Как же он разрывает! Хо-хо! 1-0, 1-0, 1-0. Убей! До ульты убей! Да! Джи-джи, все. Сука, иди нахуй, вы проиграли! А-а-а! Лагнул еще перед смертью. Добрый початок. Да-да, добрый початок. Хуёвый початок. Да я прекрасно знаю, что проблема не у меня. Я прекрасно знаю, что виноват Гейб. Как можно подумать в здравом уме, что ты можешь быть виноват в том, что лагает он или во время ульты спектры? Очевидно, что проблема, блядь, у Гейба и у китайцев. Это ж супер очевидно. Я прекрасно это знаю и так. Просто я вот на стриме прочищаю кэш. Чтоб всякие ячейки не спамили, прочисти кэш, блядь. Ура! Спектр не будет! Ура! 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 Все! Ура! Ура! Спектр не будет! Ура! Ебаный Кувейн Вокер против Ланаи на миду. Ну просто идите нахуй. Не! GG ФБ! Кошмар! Самое забавное. Кек! Промазал! А, ну тут захилился. Как-то вообще камнем промазал вплотную, это что, долбоёб? Ну тут катится, челик, катится, просто слышите, катится. Просто, блядь, катится. Катится! Он просто катится! Все. Пусть этим занимаются профессиональные комментаторы. У меня горит. У меня просто горит. Давай просто футболист. Чисто давай, ебани камень. Блять! Он даже не попытался порталить, когда была мана. Почему что? Ну хуй знает. Скоро паунс. Ну, GG, он умер. Все, 2-0. 2-0 confirmed. 2-0 Hell TV confirmed. А, бля, просто запомните раз навсегда, никогда не играйте Кувейн Вокером 2076. Кувейн Вокер это мертвая тема. Да ничего не думаю, нормально играет, что нормально. Нормально. Претензий нету особых. Меня устраивает вполне. Здорово, Энча. Просто разорвал. Две игры подряд Энча на ФП и отвечают Урсой. Две игры подряд, одно и то же. Что за рофл? И что Старк делает? Вот внезапный даггер. Они о нем не знали. Засейвили Старка. Ну, not bad. Казармы засейвили вроде как. Суть в том, что Старк вообще по игре. О, о, давай, давай, давай. Да, да, найс. Найс. Канинья, хуя, гиньотьёва. Пришел такой Гейб, говорит, пофиксите, блять, уже лаги. Ему в ответ, канчикуна хайо, канья хуя, хайюа, хайю хуя хая. Чонг-чонг, хая хайюа. Гейб говорит, блять, пофиксите, блять, лаги. Ему в ответ то же самое. Канчуая хайоя хайюа. Просто пиздец, и все, и лаги бесконечно, ничего нельзя сделать. И... шок. А ульты-то нету, ударь об землю, а ударил уже. Даггер. Сладко можно, не, нельзя. Сейчас главное забрать за мид дохуя героев, то есть проебать казармы, но забрать, не знаю, как минимум Урсу и Ланаю, хотя бы вот. Хуёвый врыв. Они засейвили казармы и убили земельку, просто худший врыв. Он просто вкатился в центр, просто вот закатился. Ебаших! Режих! Ой, с Брудой будет сложно!
Не, изи, изи, изи! Кстати, зря Бруда начал бить инвокера, лол. Почему он Сларка не продолжал бить? И надо было Сларка бить, чтобы он хотя бы промахивался по ней. Анимена умирала там. Она что-то побежала бить инвокера, и Сларка ее может бить изи. Непонятный мув, то есть она била Сларка, побежала на инвокера. Ну, она и вы умирала, что-то я не понял, вообще ничего. Кек! Только не умирай! Не умирай! Не умирай! Не умирай! Даггер, нет. Я болею за Сладко, все, решено. Ну, я не могу не болеть за Сларка, я за дрот Сларка, я хочу, чтобы Сларк выиграл. Лучше собрать БКБ, Муншарт. БКБ и Муншарт это 8000. Бабочка это 6000. А теперь давайте сравним по возможности наносить урон и по ДПСу. БКБ и Муншарт. Найс. Не собрал БКБ, сдохла мать. Кайф. Уебище, джиджи. Блять. Не собрал БКБ, сдохла мать. Вот и все. Не собрал БКБ, сдохла мать. Все. Репорт. Это репорт. Сейчас бы проебать игру только потому, что не купил ключевой итем. Давай, встанцы! Давай! Как то без БКБ, уебище? Тебе уже из больницы звонят, блять. Угадай, по каким причинам. Придурок, просто лесный мусор. Просто закончите эту игру, я не хочу это смотреть. Просто закончите это, сука, закончите вот это вот. Закончите эту хуйню, просто все. Просто закончите, пожалуйста, просто закончите. Все, закончите этот позор. Какой же ты мусор, блядь. Даже Eternal Trash лучше на Сларке играет. Даже Лодана лучше на Сларке сыграет. Даже лысый челик в кепке лучше сыграет на Сларке, чем ты, блядь. Косоглазый инвалид. Сука, Игл Сонг. Бля. Вот и все. Не знаешь, какие итемы собирать в 2076-м. Просто идешь нахуй, инста. Все. Собрал хуйню, через 5 минут упал трон. Собрал хуйню, через 5 минут упал трон, блять. Когда он собрал Игл Сонг? Когда он его купил? Когда он его купил? Просто уёбище. Просто уёбище, блядь. Просто уёбище. Просто уёбище. Вот! Вот это уёбище, 30-я минута, купил Игл Сонг. 30 минут! Уёбище купило хуйню, через 5 минут упал трон. Пошел нахуй, пидорас. Чтоб ты сдох, сука. ЛС ебаный, просто ш... Просто, блядь. Просто МВП Сларк. МВП Феникс, МВП Сларк. МВП уебище на Сларке. Просто шок! Сейчас бы не купить БКБ, когда это супер важный ключевой итем, единственный итем, который тебе может позволить выиграть. Сколько помощи! Ноль помощи!